это воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники медицины. Естественно, что часть врачей и средний медперсонал проведут праздник на своем рабочем месте. В том числе и сотрудники республиканской больницы. Более 130 тысяч больных ежегодно получают медицинскую помощь в республиканской больнице имени Галины Ремешевской. Из них 12 тысяч проходят через стационар, остальные – пациенты поликлиники. За последнее время количество проводимых операций увеличилось в два раза – с 4 до 8 тысяч в год. В том числе здесь оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. С 2014 года стали делать уникальные для нашего региона операции в отделении сосудистой хирургии. Раньше пациентам для подобного лечения приходилось выезжать за пределы республики. Помимо всего прочего, мы выполняем операции, которые они действительно не выполнялись. Это протезирование магистральных сосудов, то есть восполняем полностью кровоток в нижней конечности путем замещения синтетическими протезами. В начале 2016 года в республиканской больнице открыли региональный сосудистый центр. Благодаря этому на сегодняшний день смертность от инфаркта у нас составляет 4%, тогда как по России – 10%. Благодаря слаженной работе, профессиональной работе врачей-кардиологов, врачей-неврологов, реаниматологов было спасено, продлено и улучшено качество жизни порядка 1000 пациентам. В наших планах уже в 2017 году начать оперировать на сосудах головного мозга, на сосудах нижних конечностей. И это позволит, конечно же, улучшить качество жизни и доступность медицинской помощи. Сегодня республиканская больница постепенно перебирается в новый восьмиэтажный лечебный корпус. Площадь современного здания – 22 тысячи квадратных метров. Здесь будет просторно и уютно не только пациентам, но и докторам. В корпусе оборудуют 15 специализированных клинических отделений по 32 профилям. Больница развивается в плане кадрового потенциала. У нас очень работает много молодежи, и мы очень этому рады. Они учатся у опытных докторов, которые у нас работают в нашем лечебном учреждении. Поэтому перспективы развития больницы самые благоприятные. И, пользуясь случаем, я от себя лично и от имени коллектива поздравляю с наступающим праздником Днем медицинского работника всех медработников Республики Хакасия. Желаю счастья, здоровья. Все у нас будет хорошо. Олеся Калиниченко, Дмитрий Кузнецов, «Вести», Хакасия.